Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзорчик Тайваня. Что изменилось? У нас запустился наконец-таки новый остров. Сейчас я вам покажу плюхи, которые есть. По сути, он будет, скорее всего, ночью и на русском сервере, либо уже завтра с утра и на английском сервере запустится. Плюс также у нас здесь на Тайване запустили акцию, которую я вам показывал. Зимний лист. Ну, я не знаю. Здесь тоже полный трэш. Вот, посмотрите на вот это вот и вот скажите, это нормально? Каждых 2 минуты ты заходишь и забираешь топовые плюшки. И здесь тоже плюшки обалденные. Вот так вот в течение... Не знаю, там сколько, раз, два, три, четыре, 15 минут, да, вот вам надо 15 минут, вы заходите, забираете топовые плюхи. Круто, круто, заходите раз в день и получаете дофигищий плюх. Тоже, опять же, то же самое, блин, на русском сервере это просто вот бесит, просто бомбит. Раз в 6 часов, и на английском то же самое, но на английском... Там с донатом, как бы я и то, а там тоже же без доната играет, тоже бред. Но вот это то, что они сделали, ну это уже просто писец. Тут опять тот же самый прикол. Просто тупо заходишь, раз в 6 часов получаешь одну плюху. Почему так? Почему на других серваках сделали по-нормальному? В чем разница? Вот я не могу понять. Это конченая акция на русском. Зимняя радость. Чему тут радоваться, вот реально? Не, вот все, вот это вот единственный календарь. Зашел. Следующий через 6 часов. На немке вообще раз в день хотя бы было, но там количество дней нормально, там раз в день заходишь, а это каждых... Короче, бред. Полный бред. Поехали обратно на Тайвань, покажу вам сейчас... Офигенный с одной стороны, с другой стороны IGG уже в край зажрались с островом. Не знаю, пишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, акция однозначно здесь бомбическая. А я вам показал здесь и показал на корейский, по-моему, то был. Так, тут ничего у нас нету, ничего нету. Коллекционер с расходниками. Арктику вот единственный тоже коллекционер. Арктику до сих пор здесь только дают. Почему так? Почему на остальных перестали давать? Без доната все равно ее в любом случае надо получить. И в общем вот так вот, ребятушки. И посмотрите внимательно сюда. И скажите, они уже, по-моему, в край офигели просто. Просто один осколок за 10. Ну, единственное, что здесь как бы... Еще ладно, плюс увеличили количество лисички, то есть ее стало собрать проще, но она сейчас и дешевая стала, это не проблема. Зефир 3.8 можно получить, плюс добавили, полностью поменяли. 10-я добавили бычка сюда, добавили новый итем, новую коробку. Остальное все такое себе, пятые сундуки. Но вот новая героиня, которую можно теперь собрать, по сути, за пыль. Но не факт, что такое же будет на английском сервере, там и на остальных. Как вы знаете, что Тайвань может отличаться, немка может отличаться с наградами. Но самое печальное, знаете что? Что у нас отсюда убрали по ходу Барда и убрали Мэри, поэтому вы ни хрена уже осколки, ну Мэри вы можете там кое-как собрать, если вам, конечно же, повезет, но вопрос остается с Бардом, что будет с ним вообще непонятно, то есть его по сути негде собрать без доната уже, если будет такой вот именно остров, вариант единственный это только донат. Зефира еще здесь можно собрать, хотя в зависимости от серверов, на некоторых серваках плюхи будут давать в других акциях, то есть зефира можно собрать. Ну, зефир это такое, это хорошо, что его оставили. Лисичка тоже классно, круто, но Мэри можно собрать, но вопрос с Бардом.
Его походу или вообще нафиг уберут, но ну, нету возможности теперь его собрать без доната, даже там, я не знаю, хоть как-то. Не знаю, посмотрим, что будет дальше. По сути, завтра будем вытаскивать и тестировать нового героя на английском сервере. Если, конечно, там нормально добавят, и такой же будет остров. Хотя я в этом очень сомневаюсь, могут похерить просто шансы. Но, по сути, на один вот этот, если мы раньше собирали за два, за по два, то получалось где-то в районе 3,5-4 тысяч, то если сейчас добавят тоже такие шансы, как были, плюс... Не будет он падать, и здесь один осколок, это надо 8000 пыли. 8000 пыли, блин. Ну, прикиньте, это 8000, это просто жесть. А, для того, чтобы собрать, ну, понятно, некоторые осколки можно и так было достать. Но я образно имею в виду, если вы, допустим, будете собирать с нуля. Жесть, однозначно жесть. О чем они думают, я не знаю. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Я, кстати, завтыкал забрать 30 осколков. Надо было, наверное, их забирать при таком раскладе. Пыльцы надо дофига, и смысла тонить тоже особо я не вижу. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Не знаю, чем это дальше закончится, но стоит вопрос. Вот вам, пожалуйста. Попробуй, называется, попробуй, собери. Как без доната быть? Ну, я не знаю, какой без донат собрал Барда или хотя бы половину его собрал. Но на некоторых вариациях, ну, здесь он, в принципе, стоит фигню уже. Можно было хоть как-то собрать. Вот я, допустим, там на каком на английском сервере подкопил, по чуть-чуть собрал, получилось выбить 30 с хватайки жетонов, и в итоге получилось 150 там пыльцы, плюс пыльца также на этом на AIS сервере получилось. Но это единственный экземпляр, это вам раз в году повезет там, или два раза повезет. Что такое 300 пыли, это вообще ни о чем. Вот поэтому тут, скажем так, вопрос, что же дальше, потому что они сказали, что они его либо пофиксят, я не знаю, но пока они пока ничего не сделали, судя по прошлой атаке фортов. Не знаю, вот я вот просто не знаю, все просто впирается у без донатов в донат. То есть варианта каких-то вот этих вот героев просто достать их нет. То есть, по сути, если дуэлянта можно собрать, Барда вы уже нигде не соберете. Мэри частично можно собрать, но мне кажется, скоро поменяют и туда запихнут, может, Барда. То есть Мэри тоже, знаете, то, о чем я говорил, что остров будут менять и будут убирать осколки. То есть дуэлянта можно там собрать с командных, это такое. А Мэри можно собрать, если, конечно, у вас небольшая сила и нормальные относительно герои, и не пофиксят за пределе. Барда вы хрен соберете. Зефира на некоторых можно вытащить целого, можно получить осколки, сумки можно получить. Например, на немке дали в этой же акции в календаре зимнем сумочки, плюс так можно вытащить. Огника на некоторых серваках можно собрать. Вот, допустим, на Тайване здесь можно зефира тоже собрать за самоцветы. На русском сервере получается, что ни огника вы не соберете на халяву, потому что его нефиг где там собирает, ну, это нереально, скажем так, без доната. Зефир тоже, я не знаю, как завтра будет с островом, проблемно. Мэри, ну, под вопросом, а Барт, по сути, уже все. Вот, и получается веселая история. Не знаю, что будет дальше. Вот, просто надо ждать следующую обнову и смотреть. Ну, судя по тому, что вы видели, они похерили один осколок всего за 10. Это просто Unreal. В общем, так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, участвуйте в утренних конкурсах. И тогда у вас обязательно, возможно, будет один из этих недостающих героев. Все условия есть
на канале, на стартовой видео есть, поэтому заходите, смотрите. Всем удачи, всем пока.